Всем огромный привет! У нас посылки с Алиэкспресс. Посылок немного, и по большей части такие посылки с мужским характером. Помогают мне все, здесь все, Максим, Алена, Марина, папа и мама. В общем, да. Начнем, наверное, с самой маленькой, чтобы по нарастающей, что ж там такое интересное пришло. Алиэкспресс уже давненько у нас не мелькал. Поэтому, мне кажется, будет интересно. Ну, так как я сказала, что это с мужским характером, то я, это... Я покажу чуть позже, что это такое, к следующей посылке относится просто. Хорошо, то есть это мы посмотрим дальше. Давай просто покажем, что оно на первый взгляд внешне неплохое, да? Правильно говорю? Да, по качеству, да, тюльпан, да, на первый взгляд. Переходник с HDMI на обычную тюльпаны ВГАшку. Аудио-видео. Вот так вот. Давай дальше. Не ВГАшку немножко. Оставим это на потом. Можно сразу это, вот это к этому относится. Да, ну давай тогда. Открываем самую большую интригующую посылку. Все, это Алиэкспресс. У Алиэкспресс сейчас доставка быстрее стала, намного, на порядок быстрее. Но, правда, новости не очень положительные. Говорят, что будет с этим дело построже, похуже, чтобы немножко сократить, как сказать правильно, вход китайских товаров. Нам, возможно... Чтобы защитить продавцов российских. Да, возможно, доставка только будет дольше. Одно маленькое дополнение. Вот это единственное, что не с Алиэкспресс, это GearBest. Остальное все Алиэкспресс. Здесь у нас... GearBest это же тоже почти. Да, это... Но все это называют, в общем, счетах это Алиэкспресс называется. Вообще это GearBest. Так, давай. Вот такая вот черная штучка. Это черная коробочка. Открываем? Открываем. Здесь, кстати, значки 4К, возможность. Я понимаю, это проигрывает, да, 3D-эффект. Это мультимедиа-приставка, по сути, Smart TV на андроиде. Очень удобная штука, если у вас в телевизоре нет Smart TV. Вот такую коробочку покупаете. Упаковочку. А, вот она, да, все видео. Скорее всего, вот это что-то. Вот. Покупаете вот такую приставочку, подключаете ее к интернету, и, по сути, у вас Smart... Ну, по сути, у вас андроид на вашем телевизоре. Сюда можно установить YouTube приложение и смотреть на вашем, на любом телевизоре, смотреть наш канал. На любом, в смысле, вообще на любом. То есть на любом, даже на старом, который да, вот старого. Как раз вот для старого телевизора это идет. Вот эта вот штучка. А, здесь получается что, USB 3 USB-шки. Это CD-карты, да? USB-шки 4. Четвертая. А выход только HDMI. Ну вот как раз для старых телевизоров можно вот такую штуку использовать. А, ну вот, в комплекте получается. Такое что такое? Интернет? Розетку включать? А, интернет. Это розетка, это интернет-кабель. Но в нем Wi-Fi встроенный, поэтому это вот. Ну, есть и есть. Это для охлаждения. Угу. Ну, в общем, вот такая штучка. В руках она, 4К, конечно, это на нормальных плазмах ЖК смотреть. Приятно держать ее. И это такое блестящее покрытие. Ну как, протестируем, подробнее расскажем. А я просто очень много перечитал про эти приставки мультимедиа. Вот ссылочку ты разместишь. Здесь самое-самое лучшее соотношение цена-качество вообще. Я их не один десяток, а может быть даже больше сотни изучил. Ну, это оптимально. Но все равно надо ее потестить и рассказать уже конкретно. Потому что мне кажется, это интересно. Даже вот на такие маленькие телеки поставить приставку, смотри себе, и чё-то не здорово. А вот это даже писали, что это у меня даже HDMI кабель в комплекте. Кстати, да, это комплект. Тут еще пульт и зарядка. То есть, по сути, это что-то типа DVD для телевизора, только на андроиде. Ставите любые приложения. IPTV сюда ставите, пожалуйста, ваш провайдер наверняка предоставляет. Смотрите кучу каналов бесплатно на телевизоре. YouTube и не только. В общем, интересно. Продолжим. Пока там Марина поглощает остатки от посылок, которые убираем от нее все. Мы продолжаем. Так, это, как я понимаю, для телефона. Это дети. Все живы. Все живы, все хорошо. Я думаю, кстати, что это покрытие, чехол. Ой, покрытие, не покрытие. Да, это для телефона. А, стандартное все у них. Здесь пупырчатая такая основа. То есть, в принципе, ничего нового. Под китайский Huawei идет чехол. В китайском Huawei сканер, отпечатки пальца есть. В российской версии его нет. Ага, легально. Вот так вот. Но это не суть, она ничего. Твоя. Что заклеено, это как прям не в Китае, прям как в России заклеено. Так, у нас тоже самое в магазинах продают, только дороже в 10 раз. Нет, Аленушка еще пока нельзя. Это папе. Давайте. О, он, кстати, здесь пупырчатый, видимо, чтобы не скользил телефон. Пупырчатый, Максим? Да. Аленушка, ты тоже потрогай. Потрогай тоже. Пупырчатая? Нет.
Давайте поверим Максимке, что это все-таки пупырчатое. Ой, чуть я не засунула неправильно. Прекрасно. Слушай, даже прикольно, с одной стороны. Даже смотреться стал, Huawei телефон, да? Вообще. Вот такая приколюха. Но копейки, короче, там стоят вот эти вот, как они. Опять же, я тоже читал отзывы, там все читал, взял самое, опять же, соотношение цена-качество оптимальное. Ну вот, так что... Ну, про это отвечать не могу, потому что это не техника. То есть. Ну, да они все классные, мне кажется, нет смысла переплачивать в наших магазинах, потому что со временем они изнашиваются в том плане, что они как бы растягиваются. Хоть ты и не снимаешь туда-сюда их, ну, как бы одеваешь, снимаешь, а все равно есть такое, вот на своем телефоне заметила. Типа защитных бамперов даже с боков, интересно сделано. Классно. Открываем следующее. Это тоже для телефона. О, это такой вот чехол. О, вот это тоже интересно. Huawei Honor 5T. Магнитная застёжка. И под карточки есть. Это, кстати, любимый Сашин вариант таких чехлов. Тоже китайская версия, да. Но рынка. Сразу скажу, тут небольшой косячок. Вот это видно вот в камере. Ну, цена просто, вот на это вот цена вообще просто была мега смешная. Да, вот так вот. Магнитик вот здесь вот. Карточки. Ну и удобные чехлы тем, что вот такой можно смотреть. В таком виде фильмы, видяшки и так далее. И смотреть, да? Почему так здесь? Ну, он потом со временем. Ну да, со временем. Вот так вот стоит все на столе, смотрится любой фильм, хоть что. Это плюс. Все чехлы, все аксессуары для телефона на AliExpress обычно стоят очень-очень дешево. Так что ссылочка будет внизу. Мне кажется, это всегда актуально на любой телефон. Давай. Вот в такой вот легкой, но объемной упаковке. Не поверите, что пришла защитная пленка. Стекло должно быть. Стекло даже, да? Ну, я заказывал и пленку, и стекло, но это, скорее всего, стекло. Да, это стекло. А, ну все, тогда вопросов нет. Это. Ну, слушайте, защита классная. То есть, все битое. Вот тебе битая. И защита классная. Смотрите, какая толстая. И да. Все. Тут, конечно, очень обидно, очень жалко. Либо это уже на почте, но опять-таки, зачем так запаковывать? Ну, хотя, ну как, не такая упаковка. Вообще, да. Либо я читал отзывы. Не, ты читал? Вот. Он даже был писать. Я читал в отзывах, значит, писали, что это приходили защитные стекла, 3 штуки тот заказывал, и у него посерединке было сломано, по бокам целое, то есть это уже производитель положил битое. Ну ты понимаешь, видимо, тогда кладут. Позор такому продавцу. Может быть даже выложить его, чтобы у него ничего не покупали. Просто реально защита-то, ну такой слой, вот, пенопласт. Нет, это уже положили, да-да-да, это положили уже. Что это нет, такое не надо даже больше. Такое на него ссылочку не давай. Или говорю, наоборот, дать, чтобы у него не заказывали больше. Потому что обидно, ну да. Потому что эти стекла спасают. У меня на мой телефон он упал на бетонку, ну, таких торговых центров, какой там пол такой, гранит или что. Я думала, что все телефону хана. Но нет, это пленка, стекло на себя взяла, я стекло просто поменяла, и экран остался жив. Поэтому эти стекла, это не пустая трата денег, а реальная защита телефона. Но это, конечно, капец, это, конечно, очень плохо. Ну все, пожалуй, на этом наши посылки закончились. Ссылки все будут внизу. Проходите, смотрите. Есть вопросы, задавайте. А вот на эту штуку, мне кажется, будет очень интересно всем посмотреть обзорчик. Если интересно, мы вместе с ними все про нее расскажу подробно. Если интересно, пусть пишут. Ну все, в общем, если интересно, ждем ваши комментарии. Даже мне самое очень интересно, честно. Посмотрю, как это все работает. Сейчас уже увидишь. Да. Ну все, всем огромное спасибо за ваше внимание. Спасибо, что вместе с нами открыли эти посылки с мужским характером и косяком от китайцев. Ладно, до новых встреч и пока-пока.